Клуб войсковой части 47-280, Алтыслагер. 28 ноября 2021 года. Вот здание клуба. Хорошая солнечная погода, 11:30. Предполагал попасть к 5-й по счету казарме, не получилось. Тут мы остановились. Тут мы недавно были с вами, дней 3-4. Это здание первое по счету. Здание столовой артполка. Второе по счету здание казармы. Здесь был забор. Сейчас нет не только забора, но многого другого. Тут замелькали мерзлые капельки. Да, это ледышки. Это капли дождя или тумана, они замерзли. 1 градус мороза. Но им хватило. Надеюсь, будет видно. Я это вижу. Вот одерга, они еще не отлетают. Некоторые отлетают. Да. Зима наступает. Вот здание клуба. Вовнутрь мы не пойдем, мы пойдем. Подойдем поближе, посмотрим. Внутри мы были не один раз. Проходили по всем помещениям, включая подсобные, подвальные, котельную. Жилые. Все в ассортименте в этом здании. Налево КПП основное на выход. И прямо через КПП, через дорогу Каштанин аллея. Но направо КПП, которое перед выходом на полигон. Вот он клуб. Летом уже его плохо видно из-за бурной растительности. Но сейчас вот видно. Зеленый это ежевик. Листья еще зеленые. Клуб. Видно еще иней. Вот видно, что кое-где иней еще сохранился. Ночи. Сверкает еще тут, что-то блестит. Удивительно солнечная погода. Вчера было очень пасмурно. Немножко шел снег. Чуть-чуть обозначился. Ну, завтра уже обещают дальше снегопады. По прогнозу. Вот. Не отлетает еще. Вход. Вход заложен. Оставили только сверху как нечто для вентиляции. Крыльцо. Ступеньки крыльца. Видны флагштоки, крепление флагштоков. Вот сейчас мы. Вот тут видно, в центре. И вот здесь, на углу. Видны сосульки. Это уже сталактиты такие, это бетона. Минералы. Воскресный день, сегодня будет, видимо, кино. Здесь. Тут заходили. Вестибюль. И зрительный зал.
На библиотеку посмотрим. Сейчас по-другому не подойти, кроме как вот здесь вдоль стены. Потихонечку. Вот тут такие заросли. Ну, ранее их тут, конечно, не было. Ну, теперь вот есть. Подвальном помещении этого крыла котельная довольно приличных размеров. Заходили мы вовнутрь. Никто что-то не признал. В сию пору. Вот тут вход котельный. Видимо, тут были кирильцы. Чтобы тут боец не свалился. Сам могут тут не свалиться. Вот вход сюда. Вот здесь ступеньки. И пошли. Тут развернулись и пошли дальше. Подвал. Также в подвал можно было в эту кочегарку зайти с той стороны. От входа со стороны казармы саперов и связиста. Вот вход в библиотеку. Перильцы. Краска еще осталась некоторая. Ступеньки. Также заложены кирпичом. Вход-выход. Продвигаемся далее. Вот здесь уже видно, что вниз пошел. Через окно видно, лесенка пошла вниз в котельную. Котельную там, подвал. Здание саперов и связистов, казармы. Вот она. Это вход, о котором я говорил. Можно спуститься вниз. Подвал туда дальше и ниже в котельную. И можно подняться сюда, тут жилые помещения. Но мы не войдем туда. Были там, никто не узнает. К сожалению. Развернулись. Здание казармы саперов и связистов. Обходим мы это здание. Здание клуба. Тут же, там же вход в подвал. Вон там видно. И пойдем мы, конечно, в подвал. Здесь в киноаппарат был вход. С левой стороны. Вот здесь. Вон там ступеньки ведут. Наверх. Это я не знаю, куда вход. А ступеньки это в киноаппаратную. Это выход уже пожарный. Выход. Из кинозала. Также вон двое дверей. Мы здесь были с вами в летний период. Да, летом тут мы ходили.
припоминаю. Я интересовался, что ж тут было на этой площадке. Вот здание казармы ремроты и автомобилистов. И сразу там уже плац. Плац и дальше еще. Уже дальше техпарк. Вот это здание. Тыльная сторона клуба. Тут вход на сцену с этой стороны. Никто сюда не заезжал на автомобиле, как некоторые участники группы в комментариях отмечают. Заезжал сюда чуть ли не Гитлер на автомобиле. Я объясняю, что нет, это совсем для других целей. А что такой большой вход, выезд, заезд? Надо же было где-то разгружать реквизит, заезжать. Возили какие-то инструменты, артисты что-то таскали с собой. Вот это прошли, но, увы, дерево упало. Это вот вход на сцену. Со стороны сцены вход, да, так бы правильно. Там же экран. Вот мы где обошли. А вот справа уже здание общежития, или же гостиницы. Плохо видно, но она есть. Вот она. Дальше там уже будет баня вправо. Упало дерево. Обошли почти что полностью это здание. Здание клуба. Нет, еще не полностью. А, я же сказал, почти что. Очень все быстро зарастает здесь. Это подвальное помещение. Электрооборудование тут. Щиты стоят. Здесь же подняться можно. На сцену и выше. Вот такие решетки были. А они сейчас есть, вот. Извините. Вот здесь можно было подняться и на сцену, и на второй этаж. Ну, естественно, и в зал туда пройти можно. Вестибюль. С этой стороны туалетные комнаты, душевые. А, зато вот тут написано Тула. 79 Тула. 79-81. Тулики отметились. Это не видно здесь. Росписи. Да, это первая казарма. Вот здание казармы, которое первое. А это общежитие или же гостиница. Ответственный за противопожарное состояние. Неизвестно. Мы вошли почти что уже полностью здание. Вон мы там начинали, там где здание столовой артполка. До крыльца подходим. Включал фотографии участников группы на крыльце этого здания, у крыльца.
Кто-то вспомнит посещение клуба. Какое-то время он не работал, на ремонте был. Потом отремонтировали. Это мы с крыльца смотрим. За спиной эти заложенные двери. Хорошая погода, солнечная. И мы успели сделать видео с участием клуба на территории войсковой части 47-280. Сейчас, наверное, 0 градусов. Хорошо, если один. Мороз, да. Вот видно, что еще. Иней тут. Ежевик. Плодов не видно. Ежевик. Всем всего доброго, до свидания. До новых встреч. Попытаемся проехать к 5-й казарме. Еще раз. До свидания, всего доброго.